Тамар Осборн. Сегодня вместе с заведением СОХО и авиакомпанией Казахстана мы организовываем наш финальный концерт этого сезона. Мы провели в этом году немало концертов. И основное действие, конечно, у нас будет разворачиваться в соседнем зале, где у нас уже он почти заполнен. Я бы хотел вашему вниманию представить моего дорогого друга Олега Переверзева, о котором вы, наверное, очень много уже слышали и которого не раз видели на экранах ваших телевизоров. Открывая этот вечер, в 2009 году был первый Jazzystan, где его тоже открывал, я это помню, есть фотографии. Вот. И сегодня вот такая мне удостоилась честь открывать.